Привет. Ну, подобных роликов я тьму пересмотрел. 99% это некомпетентный разбор, вранье. Либо берет просто маленькую грань и показывает ее. Ну, допустим, про что Вараха поднял некую женщину. Если просто в поиске вбиваешь, то больше тут диск будет. Вот он, диск остров поднял. Есть шарики. Кстати, я ролик делал на эту тему год назад. Вот. Тоже вот на веническом форуме по этой теме. Про... Тоже там вот лепят вот эти шары. А я им привожу тысячи есть рисунков, высеченных в камне изображений, что он диск поднимает остров. А там шарик вот. Сейчас, кстати, больше шаров появилось. Ну, потому что активно вот это пропагандируется, с наукой хотят слиться, короче, как христианство раньше. Ну вот. Раньше был одна. О, вот такой вот рисунок. Ну там шар побольше был. Сейчас посмотрю уже. А, вот такой был все время. Сейчас уже больше шаров появилось. Ну, чё. А так вот он и вырезан в храмах. И то, что вот этот автор говорит, что типа на изображениях женщину показывают, ну он врет просто. Есть, да, женщина, есть такой образ, там, как она, корова, Бхуми. Но это не один такой образ. Он встречается, но очень редко. В основном это остров. То есть уже он врет, тут подлог делает, показывает маленькую грань и потом вообще какую-то бред несет про какую-то полуземлю. А сам показывает это. Где тут поло? Это то, что она подземная часть, она остров подземный, он вот как он как бы, да, такой, как сказать, как бы треугольником в материк уходит, как бы, ну, вот так вот уходит, да, с материком сливается. Поэтому, естественно, он никогда не плоский не будет. И, естественно, у него подводная часть есть, но где тут выпуклая? Сам плоскую землю показывает, говорит про выпуклую. Ну и что его дальше вообще служим? Бред какой-то несет. И тем более, это не здравомыслие, это не подтверждается писаниями. Нет в писаниях, в ведах, ни в одной веде, что там это женщина какая-то, что это полая там или это вогнутая, там ясно говорится, вот острова. Каждый может увидеть остров с высоты самолета. Вот как земля. То есть эта реальность, она есть перед глазами. Ты можешь наблюдать тут. Ты нигде тут ни шаров не увидишь, там, гравитацию не увидишь. Ты видишь острова. Вот так же земля описана. То есть то, что он несет, это полный, ну, как называется, самомнение просто, трактовка по-своему. Поэтому что их смотреть, если ты сразу видишь чушь какую-то, плюс это индусы какие-то. Найди мне в ведах слово индус. Нет там никаких индусов. Вот как индусы, ну, представляете его. Веды, как бы сказать, единственное отношение к индусам имеют то, что они сохранили их. То, что, ну, захватчики туда вот, как бы это, не смогли сжечь это все, ну. За это им спасибо. А то, что все боги, все там герои, они светлокожие, светлоокие, глаза лотоса голубые, ну, небесные, да. Есть белый лотос, есть небесные, светлокожие. Никакой там нету Индии, там Ария описана, Ария, Бхаратаварша, арийцы. Поэтому зачем эту чушь смотреть, если он от себя тебя несет? Вот, есть 18 Пуран. То есть, ну куда еще? Есть Шримад-Бхагаватам. Там Земля — это островные континенты. Конкретно острова. То есть никакие не шары там. Описана природа и география. Воды описаны. Водное конкретно пространство там описано. Соленая там вода. Там, как вот у нас, допустим. Не соленая. Ну там другие океаны описаны как типа вкус тростника имеет, молока. Ну это я не знаю тоже тут, как говорится. Одни говорят, что это как Кавирадж Даса, что это типа личные имена. Это не значит, что они прям реально там океан вина, там океан молока, что типа это как
личное название и так, ну, дали вот так, что она как бы похожа. Другие говорят, что да, это непосредственно. Ну, не знаю. Типа как вот. Пример такой вот интересный. Что если вот представить огромное, да, фрукт, ну, допустим, вот для нас какая-нибудь там тля маленькая, да, ползает, и ручеек, и вот сверху падает большая груша, спелая, сочная, и в этот, ну, в лужицу падает, да, и, естественно, она там, как сказать, растекается и становится неким киселем. И вот что будут представлять мелкие существа, ну, типа микроорганизмы, для них, да, это будет море, там, как говорится, из груши. А, ну, естественно, у нас на Земле это все это будет бродить, забродит, закиснет, там мухи всякие налетят, черви заведутся. А там то пространство за Бхаратаваршей, то есть вся Джамбудвипа, все, ну, 8 варш, ну, мы 9, и другие материки, там, говорится, нет бактерий, там ничего не гниет, не бродит, поэтому если там вот с этих деревьев, джамбу дерева, с него падают фрукты, которые огромных размеров, и они как бы там вред, ну и получается как будто молочные берега, кисельные реки, вот эта сказка, как бы она, как бы смешно это не выглядело, она получается близка к правде. То есть там они огромные, эти фрукты описаны, и так как там нет бактерий, а там вот она падает, да, допустим, получается, что как сладкая такая вода, и она не бродит там, не это, там нет просто самих вот этих наномашинок, бактерий, микробы, микророботы. А откуда вот знали, назвали микророб, случайно что ли так? Там сейчас вот, начиная там это так-то переводится, ну как-то вот она совпала с микророботом. То есть, типа раньше же не было понятия робот, да как она, это нам так внушили, что раньше ничего не было, что там с топорами бегали, всегда все было, и как, так же, как сейчас есть туземцы, да, там, так и всегда было, и всегда были эти цивилизации, с момента сотворения вот этой вселенной были эти могучие цивилизации и знания. У нас просто это как бы гоняется по кругу, фрагментарно все вот так вот. И мы думаем, о, там, раньше там обнуляют периодически, да, и поэтому за неимением знаний мы как бы в такой иллюзии находимся. Вот, поэтому это чушь полная. Не подтверждается, короче, здравомыслиями вообще ничем. Вот, я когда ролик делал, там больше было вот островов. Сейчас говорю, больше шаров появилось. Ну потому что, да, вот такие как Тушкин, там они пропаганду шара делают и на форумах там агрессивно себя ведут и как бы это блокируют. И вы не за науку. Поэтому новички приходят, естественно, они. Ну, диск описан, остров. Ну вот шары появляются. Ну вот она, это Бхуми, женщина. То есть, да, иногда ее как бы Бхуми представляют как корову, как женщину. И на некоторых там барельефах, да, женщина. Коровка. Ну, то есть сотни таких, какие, где, поэтому. Что-то скачется. Ну, тоже женщина, да. Ну, вот она. То есть тут как бы и плоская земля, и женщина. Как бы. А там другая вот земля еще. Вот эту. То есть. Ну как бы по ведам, говорится конкретно, он поднял всю плоскость Бхумандалы. Не Джамбудвипу, не Плакшадвипу, там, а всю абсолютно. Ну что это было на самом деле? Аллегория или как понять, поднял тоже тут.
конечно, это непонятно. Ну, тоже с какого-то храма древнее это. Тоже тут. Но вот если непосредственно эти барельефы брать на храмах высечены. Но тут как бы вот не только женщина, да, вот тут как остров тоже. Это гора. Как типа вселенная. То есть вот он непосредственно остров держит женщина. И вот есть, да, там. Тут. Ну вот она стоит тоже как на некой плоскости. И где есть изображение, где он как типа как сыр держит. Сейчас найти. Ну вот тоже, вот она, земля, вот он ее держит. То есть на локте женщину, ну то есть образ, а вот сама плоскость. Вот это. То есть как сыр, да, как бы. Ну это как бы вот тоже плоскость, как бы. А это подводная часть. То есть плоскостью кверху он ее держит. То есть у любого острова есть подводная часть, как бы. Все правильно. Если бы она была как полая, как, допустим, самомнение применим, выкинем веды, да, будем рисунок один рассматривать, то пола это значит, чтобы пустота была как серп луны, тогда да, чаша тут когда кверху поднята плоскостью, и это видно, что она как сказать, цельная.